Редакция «Телеэкспресс» представляет новости нашего города. В студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Один раз случайность, два пугающая закономерность. В озере Ханто вновь утонул автомобиль. Метры со скидкой. Депутаты предлагают продавать жилье малоимущим по сниженным ценам. И ЧП по графику. МЧС проверяет готовность учреждения образования к непредвиденным ситуациям. Начну с трагедии. Вчера вечером в одном из домов поселка УТДС сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 38-летнего мужчины. По данным следователей, накануне он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с родственниками из-за денег. Пригрозив, что сведет счеты с жизнью, мужчина, взяв лезвие от канцелярского ножа, закрылся в ванной комнате, где впоследствии и был обнаружен. Следователям удалось выяснить, что погибший неоднократно пытался покончить с собой, однако родственникам удавалось пресечь его попытки. В ванной был обнаружен труп молодого человека с признаками насильственной смерти, то есть резанным ранением в области шеи. В настоящее время по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства его гибели и отработаны, соответственно, все версии происшедшего. В том числе осмотр места происшествия был проведен с участием судебно-медицинского эксперта, который в ходе исследования ответит в том числе на вопрос, мог ли он причинить себе сам подобного рода телесные повреждения. Сегодня утром со дна озера Ханто вновь доставали автомобиль. Каким образом он туда попал, для сотрудников полиции пока остается загадкой. Сейчас ведутся разбирательства. Известно только, что автомобиль в воду угодил ночью и что люди при этом не пострадали. И еще. Полиция разыскивает свидетелей резонансного ДТП с участием мотоциклиста, которое произошло 7 сентября на перекрестке улиц Ленина и 60 лет СССР. Напомню, водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. Сам он не пострадал, а вот его пассажирка, 34-летняя жительница Ноябрьска, погибла. Свидетелей случившегося просят обратиться в следственный отдел ОМВД Ноябрьска по телефонам 31-80-31-31-80-24. Конфиденциальность гарантирована. Россиянам сделают 20% скидку на жилье. Правительство намерено реализовать программу, в рамках которой за 5 лет в стране построят 25 миллионов квадратных метров жилья эконом-класса. А половина этого объема будет реализована по ценам на 20% ниже рыночной. Программа коснется 20 регионов страны, однако каких именно пока не сообщается. Проект позволит улучшить жилищные условия 460 тысячам семей. Средняя площадь квартиры при этом составит 54 квадратных метра. Ежегодно будет возводиться по 5 миллионов квадратов, преимущественно многоэтажного жилья. Приобрести его смогут люди с невысоким уровнем доходов. Квартирный вопрос накануне обсуждался и в местном отделении партии «Единая Россия». Здесь прием по личным вопросам провел депутат городской думы Сергей Валько. На встречу с народным избранником пришла пожилая жительница с просьбой помочь улучшить свои жилищные условия. Сейчас она делит двухкомнатную квартиру со своим внуком. Однако последний в скором времени сам обзаведется семьей. В этом случае всем места может и не хватить. Женщина просила выделить ей несколько метров из муниципального жилого фонда. Однако по закону, говорят юристы, это невозможно. Мы пытаемся помочь каждому, кто к нам обратился. Если такая помощь невозможна, либо нецелесообразна, либо незаконна, мы разъясняем, каждому разъясняем положение, каждому проводим консультацию юридическую, пытаемся найти общий выход какой-то в сложившейся ситуации. Бывает ситуация, когда мы не можем дать какие-то четкие рекомендации, потому что не являемся узкими специалистами в той или иной отрасли, но можем подсказать либо службу, либо направление, в котором можно действовать. А вы знаете, иногда приходят даже люди, для которых, наверное, самое главное – это общение, чтобы их просто выслушали, посочувствовали, улыбнулись им в ответ, потому что не всегда они это понимание могут найти в кабинетах чиновников разного ранга. На Ямале снова выберут лучшее ТСЖ. Постановление о проведении конкурса подписал губернатор Кобылкин. Участие в нем могут принять ТСЖ, работающие на Ямале не менее 2 лет. Конкурс пройдет по 2 номинациям – для товариществ, в управлении которых есть только 1 многоквартирный дом, а также для ТСЖ, управляющих несколькими домами. Победители получат субсидии. В первой номинации ее размер составит 200 тысяч рублей за первое место и 100 тысяч за второе. Во второй номинации за первое место предусмотрено
предусмотрено 400 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч. Заявки принимаются до 15 октября 2013 года. А в школах и детских садах проходят учебно-тренировочные занятия. Сотрудники МЧС проверяют педагогов на готовность к чрезвычайным ситуациям. В этот раз эвакуировали детей сразу в нескольких образовательных учреждениях. Все началось с детского сада. В «Звездочке», по легенде, произошел пожар на третьем этаже. Спортивный зал задымлен. Действовать необходимо строго по инструкции. На то, чтобы эвакуировать детей, пара минут. Остальное – дело пожарных. На ликвидацию очага возгорания и проверки здания на наличие в нем возможных пострадавших – считанные секунды. В зависимости от объекта. Здесь объект с наличием детей, поэтому все зависит от этого. Опять же, в какое время? В дневное, в ночное? Сами понимаете. Можно и за одну минуту, если в течение дня. Ночью детей нужно разбудить, одеть, вынести, кого-то там вывести. По той же схеме учения проходят в социальном приюте и детском доме. Здесь дети постарше, поэтому и паники меньше. Не теряя времени, воспитанники организованно покидают здание и выстраиваются на площадке у главного входа. Они знают правила эвакуации. Воспитатели проводят ежемесячно беседы по пожарной безопасности, игры. Дети готовы к эвакуации. Месячник безопасности продлится до 20 сентября. В его рамках пройдут не только практические учения, но и теоретические занятия. На них расскажут о правилах поведения во время пожара, как не допустить возгорания и куда обращаться за помощью. Если ты в квартире один и горит, надо взять платок, намочить его и приложить к носу. Юлия Москалик, Анатолий Присич. Новости нашего города. Далее в выпуске коротко о спорте. В эти выходные в Ноябрьске пройдет второй открытый юношеский турнир по мини-футболу, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Юрия Морозова. Участие в этих престижных соревнованиях примут 9 команд из Ноябрьска, Муравленка, Ханемея, Нефтьюганска, Губкинского, Нового Уренгоя и микрорайона Вангапуровский. Организаторы приглашают всех желающих посетить игры турнира, поддержать спортсменов, поболеть за красивый футбол. Тем более, что среди зрителей будет проведена бесплатная лотерея с множеством подарков и призов. Этот турнир проводится под эгидой Федерации мини-футбола города Ноябрьска совместно с компанией «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегаз». Как всегда, мы делаем призы, конкурсы. Это будут, призы будут атрибутика «Зенита». Ну и главный приз – это iPad. Поэтому приглашаю зрителей прийти, поболеть за нашу команду, поболеть за футбол. Исполком Российского футбольного союза утвердил Петербург в качестве претендента на проведение матчей чемпионата Европы 2020. Теперь, если УЕФА выберет Санкт-Петербург, то игры пройдут на новом стадионе, который будет построен к чемпионату мира 2018 года. Ранее в поддержку российской заявки выступил президент ФИФА Зепп Блаттер. 19-20 сентября на заседании исполкома УЕФА будет утвержден список городов, которые поборются за право провести игры континентального первенства. Окончательный список городов и стадионов, где пройдет Евро-2020, станет известен в сентябре 2014 года. Финальный турнир Евро-2020 пройдет в 13 городах. Желание провести матчи уже выразили Киев, Минск, Белград, Лондон, Берлин, Прага, София и Лион. Предполагается, что каждый город примет по 3 матча. Сборная России по футболу поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА. В новой версии рейтинга, обнародованной 12 сентября, россияне занимают 15 место. Наша сборная опередила команду Англии, опустившуюся с 14 на 17 позицию. Первое место в рейтинге ФИФА сохранила сборная Испании. На вторую позицию с 4 поднялась сборная Аргентины. На третье место опустилась команда Германии, ранее находившаяся на второй строчке рейтинга. Самый большой рывок в верхней части рейтинга совершила сборная Уругвая, которая поднялась с 12 на 7 место. Напомним, в августе и сентябре сборная России провела 3 матча. Россияне уступили Северной Ирландии 0-1, а затем победили сборные Люксембурга 4-1 и Израиля 3-1. Радио твоей мечты. Новости нашего города выяснили, какие радиостанции предпочитают слушать жители Ноябрьска. В социальной сети ВКонтакте мы провели опрос, в котором приняли участие больше 1000 человек. Посетителям группы предлагалось отдать свой голос за одну из 10 радиостанций, вещающих на территории города. В результате самой популярной оказалась Лав-Радио.
Свои предпочтения этой волне отдали почти 42% респондентов. Также станция лидирует и в опросе на нашем сайте ноябрьск.рф. 23% опрошенных проголосовали за ЛАВ. Напомню, ЛАВ Радио вещает на частоте 87,5 FM. Добавлю, уже с понедельника стартует новый опрос, в ходе которого мы предлагаем выбрать лучший телеканал. Варианты ответов мы вновь разместим на нашей официальной странице ВКонтакте и на сайте ноябрьск.рф. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд, а я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Потис Андверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпром нефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпром нефть» – надежный ориентир. Сентября в Салехарде облачно, дожди, ветер северный, температура 7 градусов выше 0. В Муравленко пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура 6 градусов тепла. В Ноябрьске облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, температура плюс 7 градусов.